Более 2500 человек только на финальном этапе, а с участием предварительного этапа свыше миллиона. В Ростове-на-Дону прошел финал молодежных Дельфийских игр, которые собирают талантливую творческую молодежь со всей страны. Среди них была и делегация из нашего региона, а школьник из поселка Силикатный Сенгелеевского района Даниил Дементьев на престижном конкурсе занял 3-е место в номинации «Художественное слово». После возвращения на родину 15-летнего ученика чествовали в региональном министерстве культуры. В прошлых годах, то ли опыта не было, то ли как-то такое наваждение было, как будто вот вообще не хотелось участвовать. А в этом году, надо попробовать. Все-таки 10-й класс заканчиваю, скоро 11-й, там уже времени мало будет на все это. Вот. И в школе у нас не проходили Дельфийские игры такие на местном уровне. Я сразу поехал на ульяновский уровень. На региональном этапе, давшем ему путевку в Ростов-на-Дону, Даниил стал первым. К слову, в нынешнем году в Ульяновской области региональные Дельфийские игры для талантливых ребят будут проводиться уже в 10-й раз. И если в первых участвовали 400 человек, то сейчас счет идет на тысячи. Мы начали к ним уже готовиться. Готовимся очень серьезно. Во-первых, потому что это должен быть настоящий праздник творчества молодых, талантливых, перспективных детей, которые, возможно, потом вернутся к нам в регион, став уже профессионалами, а мы бы этого очень хотели. На российском же уровне в будущем году пройдут 19-е Дельфийские игры. Местом проведения финала станет Мурманск.